Кстати, там же, в Старом Осколе, на линию вышел «Читай трамвай». Передвижную литературную гостиную создали к 224-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и приурочили ко Дню русского языка. В росписи вагона участвовали специалисты Центральной библиотечной системы. С помощью такого неформального книжного пространства хотят привлечь внимание к литературе. В этом трамвае будут проходить литературные встречи, литературные викторины, чтение стихов, выступления местных старооскольских поэтов. Возможно, будем приглашать поэтов из других городов. Будет буккроссинг, то есть обмен книгами. Интересные какие-то квесты будем стараться проводить. Сегодня в полдень «Читай трамвай» отправился в первый рейс. Под уютный стук колес актеры местного театра для детей и молодежи читали стихи великого русского поэта. Продекламировать что-то особенное и любимое мог любой пассажир. Чтобы попасть в необычный трамвай, нужно подписаться на группу Старооскольской центральной библиотеки имени Пушкина и по хэштегу «Читай трамвай Оскол» следить за ближайшими литературными акциями.